Сьогодні в програмі. Що таке перейми і як їх відрізнити від провісників? Формування навичок гігієни у дітей. Як поводити себе батькам, щоб діти в одній сім'ї були дружніми? Поради спеціалістів. Що таке перейми, жінки з досвідом пологів згадують деколи із жахом і передають своє ставлення до процесу першопороділлям. Але це просто звичайний фізіологічний процес. Это начало родовой деятельности и продолжение родовой деятельности вплоть до присоединения потуг. Потуги – это уже сокращение брюшного пресса. А схватки – это сокращение матки. Матка – это звичайний м'яз, але дуже сильний. Во время родов она развивает такую силу, что сила ее равна 400 джоулям на квадратный сантиметр. Это очень большая работа. Значит, надо сказать, что когда после родов бывало врачи-акушеры делают ревизию органов, ревизию полости матки, вот, дабы очистить ее от остатков оболочек или, может быть, дольки плаценты, то матка, сократившись, может даже сломать руку и дать многооскольчатый перелом кисти и предплечья акушера. Такое бывает. Детальніше про сам процес розвитку переймів. Сначала схватки начинаются слабые. И женщина начинает отмечать, что у нее ритмичные. Не просто кольнула, отпустила, а сократилась, спазмировалась мускулатура. Вот. Сначала они бывают редкими, через 20-30 минут. Но повторяющиеся, ритмично повторяющиеся и не попускает. И женщина тогда, конечно, она отмечает, что, наверное, это начало. Конечно, часто все видят в кино, что вот началось и сразу в каком-то сериале все родилось. Такого нет, конечно. Это иронично. Каждый врач сейчас ухмыльнется с этого. Но схватки со временем делаются чаще, через 15-10 минут, через 5 минут хорошие схватки длительностью около минуты, полутора минут, развиваются через 3-4 минуты. Это уже очень хорошие схватки. Значит, соответственно, сокращению мускулатуры матки раскрывается шейка, чтобы пропустить самого плода. То есть вот какой умный процесс придумала природа. Перейми – процес, перебіг якого індивідуальний та повинен відбуватися під наглядом лікаря. Акушер, когда наблюдает за женщиной, он видит, правильно ли все идет. Такой ли интенсивности должны схватки быть? Так ли все идет в процессе родов? Если схватки редкие и слабые, то, естественно, такого красивого процесса родов не произойдет. Это называется слабостью родовой деятельности. Тогда, конечно, есть у врачей рычаги родовспоможения, чтобы усилить сократительную способность матки и добиться самопроизвольных все-таки родов. Перейми відносять більше до першого періоду пологів. Далі приєднуються потуги. Потуги – це мишці брюшного преса, допомагають матці, щоб визнати плод. Третій період – це відділення плаценти, посліда, вот, закінчуються роди. Але схватки, собственно, длятся перший і другий період. Існує поняття помилкових перейм. Такое может быть чаще вот у первородящих женщин, они на чеку, они боятся пропустить это начало, как вы говорите. Вот. И ложные схватки или предвестники родов, по-другому говорят, это когда никогда среди бела дня или ночи вдруг схватилась, вдруг спазмировалась, ну, без помощи лекарственных препаратов, если даже это не срок, само распустилось, само прошло, само улеглось. На 36-37 неділі такі предвісники можуть бути. Не треба боятися провісників пологів. Повірте, ви одразу зрозумієте, що це почалося. І у вас буде час дістатися до лікарні. Сразу все, нічого не випаде. Пусть ніхто не боїться. Вот, це треба потрудитися ще. Вот, вместе з акушером. Вот, поэтому, конечно, предвісники родов
следует отличать. Они не вписываются в какую-то систему. Это беспорядочные какие-то сокращения, и они не той интенсивности, поверьте, что схватки. Щоб привчити дитину до навичок гігієни, не потрібно чекати, доки вона підросте. Використовуючи потішки, забавлянки, дитині потрібно придбати яскраву зубну щітку, там смачну на смак зубну пасту, яскраву мочалочку, тобто гумочку, щоб подобалось дитині це. Починаючи навіть з раннього віку, коли тільки починаємо дитину, немовлята, купати, треба промовляти ось ці потішечки, забавляночки потихеньку, не боятися, щоб вона не злякалася водички. Звичайно, що все повинно відбуватися в ігровій формі. Спочатку ми будемо вмивати нашу ляльку або там ведмедика, а потім, а давайте вмиємося разом і почистимо зубки. Тобто тільки в ігровій формі, щоб не нашкодити, щоб не перелякати, щоб виховати дійсно любов до чистоти і гігієни. Всі батьки хочуть, щоб їх різновікові діти в процесі дорослішання стали найріднішими, але не завжди так буває. Діти можуть ссоритися між собою. И по очень странным поводам с точки зрения родителей. У них возникает ревность к родителям, конкуренция между собой. И этому способствует и разница в возрасте, и конфликтные ситуации, которых невозможно избежать. Чому ж виникают сварки між дітьми? На первое место можно выделить соперничество. Чувство соперничества присутствует у каждого ребенка. Пусть даже и на подсознательном уровне, во всех семьях, даже если это если в семье есть один ребенок. Но как только появляется второй ребенок, первый ребенок, если ему меньше 5 лет, он постоянно хочет родителям доказать, что он лучше, что он может сделать все лучше. Родители должны к этому отнестись серьезно, а не шуткой. Ревнощі – природні відчуття. Діти хочуть максимальної уваги тільки до себе. Все дети разные. Да, есть дети, которых проще подготовить к рождению второго ребенка. И эти процессы очень сглажены. Но все равно нужно родителям обращать внимание на те чувства, которые испытывает ребенок. Щадить его чувства. Ще одна проблема виховання дітей у сім'ї – різниця у віці. Есть теории о том, что дети разницы, что у мальчиков меньше проблем погодки, у девочек больше проблем. Но эти все теории всегда жизнь переворачивает эти теории. Очень большое значение имеет, как выстраивать взаимоотношения в семье родителей. Это и стереотип поведения, если они жили в семье, где было несколько детей. Это или если они были в семье одним ребенком. В каждый раз это в первую очередь творчество родителей. Але все ж таки існують єдині правила. Родители должны всячески поощрять хорошее поведение, хорошее отношение по отношению друг к другу. Показывать, что родители одинаково любят одинаково любят каждого ребенка. И показывать это не только совместным времяпрепровождением, но и индивидуальным временем для каждого ребенка. Необходимо постоянно уделять. У детей могут быть разные интересы. Одному ребенку больше нравится спорт, другому больше нравится музыка. И подчеркивать, насколько мы разные и насколько это приятно общаться с разными детьми. Не потрібно намагатися переконати дітей, що сварки – це погано, що потрібно любити один одного. Як правило, діти не дуже реагують на ці фрази, у них свої дитячі проблеми. Якщо старший брат або молодший брат забирає речі, їх портить, дуже трудно убедити, що він повинен за це любити. Тому батьки повинні слідити за тим, щоб у кожного було своє пространство. Чтобы у каждого были свои вещи. И следить за тем, чтобы ребенок научился попросить чужие вещи. Чтобы ребенок знал, что второй имеет право отказать. И принять это достойно, что ему отказали. Не ставайте на бік молодшого, переконуючи старшого, що він розумніший і повинен поступитися.
От такого подхода у старшего возникает только раздражение, и вы не найдете, и только вы будете нарушать контакт между детьми. Не старайтесь разобраться, кто первый начал ссору. Поверьте, это не так легко. У вас должно быть в заготовках всегда третий вариант решения проблемы. И, как правило, выход всегда – игра. То есть вы предлагаете детям ситуацию, в которых они совместно, переключить их внимание, совместно вы проводили время. Большинство суперечек можно не допустить. Когда в семье двое детей, покупать одинаковые игрушки, независимо от пола детей. Если это девочка и мальчик, им можно купить две машины и две куклы, и они будут вместе возить эти игрушки на машинах. На дни рождения необходимо дарить подарки не только имениннику, но и всем членам семьи, маленьким, иногда даже и подросткам. Если вы угощаете чем-то детей, то поделите обязательно, сразу же, все сладости пополам. І пам'ятайте, саме батьки формують досвід спілкування у дітей. Родителям, у которых один ребенок в семье, общение, если он не посещает детский сад, общение с детьми немного младше, немного старше. Это колоссальнейший жизненный опыт. Тогда ребенок научится лидировать, находить компромисс в разных ситуациях, приспосабливаться. Он получит опыт тесных взаимоотношений, научится отвечать на вызов и разрешать разные конфликтные ситуации, демонстрировать свою индивидуальность и развивать ее, и научиться уважать интересы других людей.